Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру в осаде. Ну что же, мы с вами остановились вот на темнейшая сеть. Но пока не будем переходить к миссии, а купим с вами последнего недостающего нам героя, которого звать Ред. Я накопил 834 гема, а чтобы его купить, нам нужно 666. Приобретаем, друзья, его. Но хочу сказать следующее. Я играть пока за него не буду. Мне хватает моих героев, которые уже довольно неплохо прокачаны, одеты. Так что давайте, наверное, приступать. Значит, темнейшая сеть. В самой глубине пещер пауки-диссиденты плетут свою особую темную паутину. В ней организован трафик запрещенного нектара и прочего вегетарианства. Странно. В общем, в любом случае надо начинать. Естественно, сейчас будем открывать ячейку. Так, командочка у меня состоит из Двуликий, да, Константин и Гайка. И нам нужна будет ячейка. Сложно на самом деле. Слушай, мне кажется, нам надо встать вот здесь, на перепутье. Вот так. Значит, что? Для начала начнем с бомбарды, да, с нашего подрывника. Пускай он будет здесь. Подожди, прокачивать я не буду его пока. Здесь тоже мы ставим бомбардира нашего. Также нам здесь понадобятся ниндзи. Без них мы, ну, естественно, никуда не продвинемся. Пускай они будут стоять на самых, как говорится, началах. Давай-ка, наверное, вот сюда еще одного. Также без лучников нам тоже здесь делать нечего. Без друидов и тем более. Что-то у нас тут как-то все в кучу стоит. Я даже не могу понять, кто и что. Что еще нам нужно влепить сюда, а, друзья? Как думаете? Вот сюда, наверное, мы поставим шамана. Так. И, слушай, прибережем пока с вами деньжата. Давайте хотя бы посмотрим, кто здесь будет на нас нападать. Пауки, личинки. Ага, все, поехали. Выпускаем, как говорится, первую волну. Слушай, может быть, даже вот так сделать надо. Ах, черт, я забыл, что они травят. Да-да, они же могут травить. Ну что же, тогда улучшаем наших самураев, да, наших ниндзя. Сюда, наверное, нам стоит поставить друида. Вот так, чтобы он помогал. Тоже, как говорится, на начальных стадиях. Подойди, пожалуйста, сюда и начинай уже бомбить. Так, не забывайте, что героев наших тоже они могут травить, причем довольно легко. Так, Гайка. Чё там? Пауканы дышат свободу? Это ерунду сказал. Этот паук ляпнул, не подумавши. Давай-ка, Константин, переходи-ка сюда, потому что здесь все равно пока никого нету, и ты нам понадобишься вот здесь вот, в самом, так сказать, пекле. Так, подрывника я не могу пока улучшить. Не хватает нам, естественно, денег для этого дела. Вот теперь могу. Какая-то кипишня здесь. Я не могу даже понять, что тут у нас вообще происходит. Но мы валим их, мы их валим. Волн всего будет 8. Кто там что там бубнит? Я не могу. Слышать такой писклявый голосок? Это, наверное, наша Гайка по рации вызывает своего мопса, судя по всему. Так, ну что, тут вроде бы пока справляемся. Скорость я увеличивать, наверное, не буду. Будем с вами потихонечку, наверное, улучшаться. Так, давай-ка мы, наверное, здесь вот шамана улучшим. Потому что стопудово они должны пойти и вот с этих краев. Да? Да, они должны будут пойти. В общем, раз, два, три. Полная защита. Кстати, вот здесь вот у нас вообще ничего не стоит, поэтому надо, наверное, влепить друидов. Вот так, все, пускай дело это происходит. А вот сюда или вот даже сюда поставить можно лучников. Чем больше у нас прокачанных вот этих вот лучников, да, светлых, тем больше и быстрее будет прилетать Гэндальф и сбрасывать на нас обилие денег. Что-то как-то медленно мы с вами тут деремся, или мне кажется уже. Так, пауки в оглушении. Прокачиваем немножко нашего друида. Вы что-нибудь понимаете в этой кипишне? Я лично ничего не могу понять. Давайте вот так вот приблизим, что ли. Вот, теперь довольно неплохо все видно. Так, справились, да, мы с этой волной? Это была только... Подожди, я не хочу, чтобы ты тут куда-то переходила. Что ты там бубнишь, елки-палки? Непонятно вообще, на каком языке.
Ну, сейчас отсюда пойдет вражина. Отсюда пойдет враг. Поэтому двуликий будет здесь стоять, если что. Так, ниндзя, давай прокачаем тебя маленько. Угу, идут паучки, сверху опять же. Ну, друид, естественно, вызывает подмогу в виде кроликов суицидных. Супер удар у нас там прошел. Так, ну эти, естественно, не пройдут. Всякие личинки, мы их здесь на корню просто стеребим. А вот здесь вот, вот они, пошли вражины. Нам нужно с вами 220 монет для того, чтобы улучшить наших подрывников. На начальной стадии причем. Ну, да, наверное, ускориться надо. Чем мы тут с вами как-то еле-еле, да? Так, посмотрим, к чему это все приведет. Тут пока все под контролем. Вот снизу, ну, по одной личинке выходит. В принципе, пока терпимо. Но это вторая волна, не забывайте, из 8. Так что всегда надо быть наготове. Тут все отлично. Пока справляемся. Я могу улучшить нашего подрывника. Я этим и займусь. И надо потихоньку, наверное, нам улучшать уже лучников светлых. Согласись. Так, давай приступим к этому делу. Так, а кто у нас тут? Ага, тут пойдут личинки. Ладно, друзья, ничего страшного, с ними мы справимся. А вот тут кто? Ох, вот эти вот здоровые пауки мне, конечно, не нравятся. Нафиг бы они нам здесь нужны были, да? Так, подрывника, чтобы улучшить, 320 монет. Почему у нас так с деньгами все кисло, а, друзья? Давай-давай-давай, следующую волну. Нечего, как говорится, тут даже ждать, разусоливать. Я еще не потратил ни одной своей ульты. Это плюс. Вот они, эти пауки, которые травят, а. Так, друля, 240 нужно монет. Давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Подожди-ка, я не понял, почему ты не хочешь? Вот, двулика я отправил сюда. Пускай он здесь будет стоять бомбить потихонечку, да? 240 монет нужно. Кроликов нет, кроликов я пока применять не буду. Давайте лучше мы ускоримся. Так, здесь шаман и ниндзя. Так, секунду. Двулик. Или кто у нас тут? Давай Константина сюда, наверное, переведем. Костя, иди сюда. Так, подожди, замедлимся. Что-то тут какая-то суета пошла. Где у меня двулик? Вот он. Давай, иди сюда. И защищай. Потому что они могут пойти либо сюда, либо сюда. Нам нужно быть с вами на страже. Так. Гайку, может быть, сюда перенести. Хотя она, в принципе, она бомбит. Что эти, ей без разницы. Какой отряд, да? Бомбить, она отовсюду может достать. Так, шаман там оглушает у нас потихонечку, видите, да? Что следующее? Так, опять там эти пауки пойдут, которые могут отравлять. Это плохо, это очень плохо. Ниндзя улучшается. Слушай, с деньгами какая-то вообще действительно большая проблема здесь идет. Я не понимаю, почему. Раньше вроде бы как бы деньги капали без проблем. Давай еще немножко денег, и мы с вами улучшим нашего лучника светлого. И как всегда, мы эту копейку не можем с вами заработать. Черт подери, а. Все, нормуль. Так, улучшаем. Ну. Так, приходит у нас, да, мопс. Бомбит. Так, забомбили, короче. Тут личинки. Личинки у нас ползут. Ну, за этих личинок мы вообще денег не получаем. А что она вот делает так, гайка, когда машет своим посохом? Что это нам дает? Я пока не знаю. Ну, третью волну мы с вами пережили, судя по всему. Так, здесь будут вот такие вот пауки. Здесь, в принципе, то же самое. А снизу... Вау, снизу покруче будут, да? Побольше, точнее. Так что надо быть наготове. Надо быть все время наготове. Так, гайка, давай-ка мы тебя вот сюда переместим. Двулика прям вот сюда поставим, по центру. Смотри, смотри, ползут, ползут. Так, ниндзя, ты у меня здесь не прокачанный, да? Самая начальная у тебя стадия. Ладно, хорошо, я думаю, что сейчас у нас получится. Этот испугался, пошел назад. В этот момент наши бомбят. Сколько нужно улучшений, чтобы ты смог призвать Гэндальфа? А? Скажи-ка мне, лучник, на милость. Мне нужно тебя прокачивать, потому что с деньгами, ну, действительно большая проблема тут у нас. Паукального в королева матки.
паукального в королевы. Обойдешься. Так, смотри-ка, наш двулик уже отравлен, а? Ты посмотри, его отравили все-таки. Пауканыч дышит свободу. Да уж, Пауканыч дышит свободу. Смотри-ка, сколько их здесь идет. Костя, ты там один, наверное, не справишься, да? Или справишься? Пока вроде бы неплохо у него все получается. Картинки с личинками надо? Надо, не надо. Перебьемся. Друид, 160 нужно. Погоди-ка, по-моему... По-моему, они потихонечку сюда хотят пройти. И у них, по-моему, вроде как получается что-то. Друзья, мне такое ощущение, что игра немножко как-то... То ли подвисает, то ли еще что-то. Видите, как будто бы она в замедленной съемке идет. Это, наверное, из-за того, что здесь очень много пауков. Хотя бывало и больше. Может быть, если мы ускоримся, этого не будет. Так, погоди-ка. Что тут происходит? Посмотри, какая куча. А ну-ка. Давай сбрасывать. Все, вроде бы, да? Испугались? Нет? Непонятно, что они там сделали. Но они проходят. Отлично, все здесь. Эй! Мне нужно замедлиться. Какая следующая волна? Ёпрасота, давай сделаем так вот. Фух, вроде бы нам повезло. Потому что вот здесь вот могли пройти паучки. Я чуть было не сфейлился. Так, здесь смотри, что происходит. Тоже очень-очень напряженно. Но Константин там справился, отличненько. Так, давайте-ка, друзья, прокачивать нашего подрывника. Вот таким вот образом. Пятая волна. Это что у нас за личинки такие страшные, а? Это они, которые случайно при взрыве наносят урон или отравляют? По-моему, они. Так, Константин, ты, главное, держись там у меня. Так, идет еще один паук. Там... А почему ты здесь делаешь? Почему ты, Костя, не вот тут? Давай-ка смещайся вот сюда, пожалуйста, вниз, родной мой. От тебя здесь будет больше толку. И надо нам прокачивать нашего лучника. Так, пока вроде бы все хорошо, все под контролем. Друзья, я смотрю на наши дорожки, периодически просматриваю, чтобы никто здесь не вышел, да? Точнее, не зашел. Блин, сколько тебе еще нужно прокачивать, а? Давай еще прокачаю маленько. Шок-контент. Паучихи отрывают головы. Ну, естественно, без юморка-то как же. Нельзя быть. Так, двуликий, ты куда-то пошел не туда. Ты должен стоять здесь. И стой, пожалуйста, до последнего. Так, личинки идут. Вот здесь, конечно, очень слабая вот защита. Согласись, смотри, вот здесь у нас только лучник, да, и ниндзя. Ну, так же, как, в принципе, здесь. Но здесь друид, и я могу еще что-нибудь поставить. Так что еще по-божески. Надо вот здесь кого-то влепить. И я думаю, что это будет, наверное, у нас друид. Да, давай-ка вот так вот сделаем. Мы еще до сих пор в пятой волне, что ли, с вами? Так, пауки. Пауки. И опять же пауки. Со всех щелей сейчас опять попрут паучьи отродья. Оу, Гэндальф прилетел. Ё-моё, давно я тебя ждал. Давай, сбрасывай нам деньги. Сколько ты скинул там? Я не видел, чтобы он там сколько-то денег подбросил. Просто пульнул и все. Смотри-ка, сколько их много здесь. Паучков-то этих. Но это слабенький, поэтому с ними мы справимся. Плюс у нас там подрывник. Вы что-нибудь в этой куче вообще понимаете? Что-то происходит. Я, если честно, не очень. Просто куча мала. Все, разбили, да? Разбили. Так, остается вот здесь у нас один паук. Сейчас мы его быстренько зачекрыжим. А следующий у нас... В принципе, можно следующую волну уже призвать. Я так и сделаю. Заодно мы с вами немножечко денег получим. Так, здесь у нас прокачано. Подрывник прокачивается. Летит Гэндальф. Так, мы бросаем динамит. Пока все хорошо. Вот единственное, что нам нужно с вами будет ниндзя прокачать по максималке. Потому что, ну согласись, они очень хорошо держат оборону. Вообще имбовенько, просто-напросто. И это у нас шестая волна.
Ладно, шестая волна. Получается еще две. Займусь пока, пожалуй-ка я прокачкой. 125. Очень медленно идут деньги. Наверное, можно ускориться. Ненадолго, да? Пока никакой опасности здесь я не вижу. Сейчас мы с вами подождем. Молнии, все сверкает, все сияет. Опять летит Гэндальф. Давай, сбрасывай деньги. Так, 410 монет у нас. Что мы можем с вами улучшить? Можем улучшить нашего подрывника. Давай. По-моему, по фулочке он у нас. Нет, еще можем маленечко, да? Ну, от него здесь будет, поверьте мне, очень много толку. Так, дай-ка я его немножко вот сюда смещусь. А то он сливается с нашей лучницей. И непонятно, что там происходит. Так, следующая волна. Опа, опачки. Ты посмотри, а не слишком ли много... Так, вот этот паук. Так, а вот этого я что-то не припомню, паучка вот этого. Хм. Слушай-ка, сейчас, по-моему, будет... Слушай, а мы что, с вами кого-то пропустили? У меня не 10 сердечек, а 9. Видимо, кто-то успел пройти. Не доглядел я где-то. И это плохо. Это, друзья, плохо. Так, ну что, вызываем следующую волну. Не будем с вами здесь... Долго, как говорится, ждать. Это у нас седьмая. Это предпоследняя, получается, волна. И нам нужно будет, наверное, еще вот этого лучника мы с вами прокачаем, да? Чтобы почаще Гэндальф выходил. Слушай, а тут-то смотри, какая заваруха. Воу-воу-воу. А дай-ка я вызову пришельца сюда. Ну, даже не пришельца, а летающую тарелку. Зря, наверное, да, я это сделал. Мы тут вроде бы и так справились. Смотри, там пауки все в оглушении стоят. Они все в оглушении, значит, нам нужно с вами здесь друида нашего прокачать. Вот. Друид с пандой, это великолепно. Друид с пандой, плюс у нас гайка с зомбарем здесь. Правда, честно говоря, я не видел, чтобы от зомбаря здесь какой-то вообще был толк. Так, прокачали нашего подрывника. Уже полностью, да? Да, полностью прокачан на данный момент. Так, что у нас тут происходит? Я просто не успеваю за всем проследить. Тут какая-то возня. Здесь пока все хорошо. Прокачиваем нашего дальше друида. Так, внизу вот этого тоже друида надо будет прокачать. И все будет хорошо у нас. Тихо, смотри, опять эти паучки прут. Смотри, в наглую идут. Так, лучник якобы напугал их. Секунду, секунду, подожди-ка, мне что-то нужно здесь сделать. Так, Двулих, по-моему, тебе надо сюда переместиться. Или... Нет, мы справились. Смотри. Здесь была армия пауков, но мы ее разбомбили. Отлично, хорошо. О, вот он, жирный паук этот. Давай, лучник, улучшайся. Так, ниндзя. Пока не могу. Денег не хватает. Но, тем не менее, вот эти. Вот смотрите, как-то вот немножко замедленно. Вот меня даже немножко это напрягает. Знаете, как будто вот еле-еле так прогружается все. По идее, все должно быть как бы, ну, быстренько так, да, у нас двигаться. А тут как бы, вот сейчас вот нормальная, смотрите, нормальная скорость игры. Как бы восстановилась, да? А когда орды пауков уходят, она как-то замедляется. И это немножко раздражает. Так, здесь опять же пауки разных сортов, разных мастей. Ну что, расправляемся с этими и вызываем, наверное, следующую волну. Погнали. Это, кстати, будет последняя волна у нас. Так что давайте прокачивать здесь по полной программе все. Вау, два друида с пандами. Погоди-ка, я не помню. А что сейчас панда здесь умерла? Ты без панды, что ли, у меня? Ну, давай, мы тебя сейчас тоже прокачаем маленько. Вот, смотри, скорость восстановилась. Вообще, вот сейчас обалденно играется. Но сейчас опять орды пауков выйдут и начнет подлагивать, да? Но это, друзья мои, не от компьютера зависит. Это уже в самой игре такое происходит. О, видите, видите, все, вот, замедлилось маленечко. Не понял, кто это мне друида моего завалил? Пауканы опять эти, что ли, да? Смотри, здесь вот двуликий просто в одно лицо отбивается от всех. Вам не задавить свободную сеть, кричат пауки. Да и никто и не собирался ее вообще-то давить. 550 монет, и мы с вами прокачаем вот этого друида по полной программе. Сейчас мы это с вами сделаем. Вот так вот. Две панды уже у нас здесь. Естественно, пауки хотят пройти, но мы им не даем здесь спуску. 240.
Давай, давай, давай мне деньги, пожалуйста. Где там? Вот так вот. Отлично. Ну что, я так понимаю, последние, наверное, отряды у нас тут выходят. Мы с ними должны будем справиться и перейдем на следующий уровень. Ну... где что происходит? Так, ниндзю здесь прокачаем. Здесь прокачаем ниндзю. Здесь 230 монет. Сейчас тоже прокачаем вот здесь вот на следующую ступень. Вот так. Отлично. Опа! Тихо, 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 друзья мои. Так, подожди-ка, мне не это нужно. Давай вот так вот сделаем. Ну, тарелочка, давай. Смотрите, просто здесь два паука. Чуть было я это дело не прозевакал. А почему? Потому что у меня двуликий погиб. Давайте-ка его вот сюда вот быстренько переметнем. Пускай он здесь защищает. Обалдеть, сейчас мы сфейлились, а? А я этого позволить не могу себе. Это слишком большая роскошь для нас. Ну, друид, где ты там? Я вот его не вижу, где он стоит-то, что он вызывает вот этих вот кроликов. Вот этот, что ли, наш друидушка? Так, давай улучшим. Ай, по красоте, смотри, опять орда идет. Ну, тут бомбочки их поджидают, сейчас взорвутся они. И получат они колоссальный урон. Хе-хе-хе. Оу, ты посмотри, какая тут армия идет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-ка без этого. Без дурачества. Двуликий, ты где? Иди сюда. Надо тряхнуть. Фух. Друзья мои, ты посмотри, какая здесь обстановка накаленная. Я даже не могу больше здесь ничего применить. Гайка, давай сюда, смещайся. Смотри, 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 что происходит. Успеет пройти или нет? Так, мы сюда можем, знаете, что с вами сделать? Еще одного подрывника поставить. Это, как говорится, на всякий случай. Пускай будет прикрывать. Чуть было не прошли, а. Фух, отбились наконец-то. Я просто не вижу в этой кипишне никого. Я вижу, он Константин там машет. Этот паук все то вперед, то назад. Мы его вечно пугаем, он вечно идет на попятную. Так, ниндзя. Так, пауки-извращенцы. Да, теперь я видела все. Кстати, а как мы найдем путь назад? Пойдем по следу из убитых пауков, конечно. Угу. Вот такой у них план. Ну, как видели, да, мы этот уровень с вами прошли. Были напряженные моменты. Но, тем не менее, мы с вами справились. Так. Ой, Константинус, до уровня, как до Китая рака. Ну что, друзья, победа. Мы с вами получили скилл. Так, немножко маны и гемов. Чуточку. Так, давай посмотрим, что у нас за следующая миссия будет и куда мы с вами переметнемся. Угу, а мы подошли с вами к мостику. Слушайте, мы, по-моему, в прошлый раз с вами уже подходили к мостику, да, и у нас тут открывалась карта, где мы видели всех пауков. В чем опять проблема? Мне опять придется здесь драться? Ладно, хорошо, я начну. Мне не тяжело. Дезинсекция. А здесь маленьких и некрасивых паучат сбрасывают в пропасть, окрашивая скалы в зеленый цвет. Давай сделаем эти скалы еще зеленее. Хе-хе-хе. Я не против, я только за. Поехали. Так, ну что, опять же ячейку. Я думаю, что мы возьмем на этот раз не шамана, я... Слушай, если здесь пауки, то темный эльф нам здесь не нужен, потому что, ну, отравление, оно, ну, не годится. Можно взять, в принципе, целителя. Да? Поехали, короче, ячейка. Ну что, я беру все-таки целителя. Вот так вот, поехали. Ты прекрасен сегодня, спасибо тебе за это. И я тут вспомнил, убить паука — плохая примета. И что означает? Вроде к дождю. А, ты прав, к дождю из крови. К дождю из крови. Опять что-то у нас тут. Мы потерялись, припасы на исходе. Какой-то типа лабиринт, что ли? Карл сегодня сказал, что еды вокруг на самом деле гораздо больше, чем мы можем съесть. Я надеялся, что до этого не дойдет. На вкус совсем не как курица. Фу, мерзость, они вот этих вот пауков стали жрать. Господи. Ну, голод не тетка, сами понимаете. Так, ну что, у нас с вами всего лишь две дорожки, как ни странно, которые мы должны защищать. Вот одна, вот вторая. Враги будут идти по всем фронтам, я в этом даже не сомневаюсь, поэтому надо как-то вот так вот все это... Да, мы можем, в принципе, сконцентрироваться именно... Нет, на селедке это не варик. Вот так вот нам нужно концентрироваться. И гайку поставлю сюда посередине.
Так, на выходах, естественно, мы ставим с вами по ниндзи. Так, ниндзя здесь, ниндзя здесь. Дальше, что мы с вами здесь делаем? Так, на перепути нужно ставить подрывников. Полюбаську, без этого ну никак просто-напросто. Сюда я, наверное, поставлю целителя. Сюда я поставлю друида. Лучник. И теперь маленечко нам нужно будет прокачать. Так, прокачаем подрывника по одному уровню. Прокачаем, наверное, ниндзя тоже по одному уровню. Как-то вот так вот. Друида тоже по одному уровню. И целителя. Вот так. И лучника. Ну все, друзья, поехали. Здесь уже, как мы видим, с вами будет 9 волн. Ну, можно здесь ускориться, потому что это начало самое. И я думаю, что здесь все будет довольно легко и просто. Хороший паук, мертвый паук, говорит двуликий. И, в принципе, он прав. Так, слушай, они какие-то крепкие здесь. Ну, я думаю, мы справимся. Все равно справимся мы с ними. Так, друидушка. Ты следующий, наверное, которого мы с вами прапаем, да? Так, вот эти вот мелкие самые противные. Мелкие, почему-то... Они проходят, я не могу понять. Наверное, из-за того, что они куча идут, да? И как бы наши юниты отвлекаются на одного, а остальные в этот момент пробегают. Так, давай-ка, друидушка, мы с собой прапаемся. Нам, конечно, желательно бы прокачать его до панды. Но лучше все-таки прокачивать подрывника. Так, следующая волна. Уже сразу же на второй вот эти вот пауки пойдут мощные. Они рано ли? Не слишком ли жирно для начала игры-то? Ну, как говорится, нас об этом никто не спрашивает. И выбора у нас, как говорится, нету. 320 монет мы с вами ждем, когда накопится, чтобы прокачать нашего подрывника. Смотри, какой здоровый, а. Главное, чтобы вот здесь, сюда никто не пошел. Надо нам все-таки, наверное, здесь перестраховаться и вызвать ниндзю. Ниндзя все-таки отвлекает внимание, да, этих вражеских юнитов на себя. И в этот момент мы можем их спокойно разбивать. Так, проапываем. Все, подрывник здесь прапан. Маленечко. Вот надо еще вот этого нам с вами прапать. Так, что у нас тут? Пауки. И здесь тоже пауки. Со всех щелей, как обычно, будут у нас ползти пауки. Хорошо. Друиды нам здесь, кстати, очень хорошо помогают, когда вот вызывают подкрепление в виде вот этих вот суицидных кроликов. Так, ну что, следующая волна? Поехали. Друзья, поехали. Смотрим. Так, мелкие паучки, ну с ними, в принципе, быстро мы разберемся, да? Ниндзя вообще с ними справляется на ура. Боевой оскал, да? Боевой оскал, это, конечно, хорошо. 320 монет сейчас накопим. Улучшим, наверное, нашего вот этого вот верхнего подрывника. И потом начнем уже, наверное, лучника апать. Я думаю, это будет стандартный вариантик у нас. Ну, как понимаете, с деньгами... Все очень плохо. Медленно у нас идет здесь накопление. Так, есть. Улучшаем. Жаль, дихлофос что-то там не нужен или не помог. Что-то такое было написано. Слушай, четвертая волна. Как-то быстро мы с вами тут продвигаемся. В чем подвох? Наверняка будет в конце этот подвох виден. Когда мы где-то... А, жаль, дихлофос не подвезли. Вот что он говорит. Так, ниндзю накрыли, да? Ну, все-таки подрывник это имба. Со своими массовыми атаками он здесь вообще разруливает ситуацию только на... Только шорох. Поэтому я думаю, что нам в первую очередь нужно именно их прокачивать. Так, справляемся пока. Да ладно, вы хотите сказать, что уже сейчас будет пятая волна? Судя по всему, да. Вызываем. Я не буду, как говорится, здесь долго смотреть и любоваться на них. И мопс все-таки очень хорошо нам помогает. Согласись, что это лучше, чем я бы там бегал со своей пушкой, да? Никчемной. А где у нас, кстати, песик? Я не вижу песика. Неужели я его никому не одел? Да, ну такого быть не может. Но его нету. Странно. Я только сейчас на это обратил внимание. Так, подрывник, давай-ка мы прокачаемся с тобой. Вот так вот. Следующий этот, тоже 450 нужно голды. Ниндзя только и дохнет у меня. Вот, вот она сила подрывника.
Следующая волна, что ли? Уже так быстро? Слушай, ну... Что-то вообще, да? Тихо! Вот этого нам только не хватало, друзья. Только этого паука гигантского нам не хватало. Так. А где у меня двулики? Двулики, ты почему стоишь не там, где надо? Иди сюда. Давай, 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 наяриваем, наяриваем. 550, чтобы прокачать друида. Если двулик сейчас упадет, я его обязательно буду резать. Вы обязательно в порядке. Ты посмотри, как он его быстро кромсает. Но мы его уничтожили. Фух. Так. Слушай, это только был один гигантский паук. Я думаю, дальше будет их больше. В разы. Я жду, когда мы накопим с вами 550 монет для того, чтобы... Так, здесь пойдет гигантский паук. Здесь пока не будет, слава богу. Значит, вот здесь вот сейчас будет основной наплыв. Слушай, ну тогда мне надо будет копить 450 голды, чтобы улучшить нашего подрывника. Я хотел друида вот этого проапать, но приоритеты поменялись. 450. Ждем. Ждем, когда появится этот гигантский паук. Так, тут справились. Ну, я жду, жду. Я не буду, ребята, убирать ускорение, потому что, ну, сами видите, как-то тут все долго затягивается. А вот и паук вышел. Так, двулики, наверное, нам придется с тобой вот сюда перейти. Нам нужно будет его сдерживать. Так, мы его напугали. Сколько денег у нас? 436 голды, нам не хватает совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, но мы не сможем нигде не взять денег, потому что кроме этого паука больше никаких монстров нету. Все-таки он мне ушатал, да? Двуликова. Но двулики не сдается, естественно. Он резается. Так, давай мы тебя переместим вот сюда. Так, а там еще тоже паук вышел. Двулики, что ты делаешь? Я не могу понять. Блин. Что? Еще один такой же. Ё-моё. Ой, друзья, вот это вот. Вот это уже. Да подожди ты, давай уберем замедление. Отвлекает только. Давай, наверное, кроликов вот этих суицидных выбросим. И улучшаем нашего подрывника. Смотри, куда они. Ух, заморозка даже сработала здесь. Вот это круто. Это... Не надо, не надо столько много пауков. Вы что, вы издеваетесь, что ли? Ты посмотри. Ты посмотри, что он творит. Нет, 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 нет. А что мы можем? Мы что тут можем сделать с вами? Ну, давай фаталити сделаем. Ага. Двух все-таки сбросили паучков гигантских. Так, у меня, как всегда, двулик погиб. Рисанулся. Это уже плюс. Давай. Вот так вот. Не даем спуску никому. Друзья, никому не даем спуску. Этого паука мы сейчас, наверное, забомбим. Бомбардир там вообще круто бомбит, но он, правда, уже отдуплился. Он погиб. Так, 200, да, нужно монет, чтобы еще немножко прокачать нам друида. Вот мне нравится, что панда живучая. Так, тихо, 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 тихо. Ниндзя, выходи. Ну, мы забомбим этого паука или нет сегодня? Так, надо кого-то сюда выставить. Давай, наверное, стрелка. Стрелка поставим с вами. Стрелка, давай еще прапаем. Отлично, справились. Так, друзья, сейчас будет последняя волна. Два паука здесь пойдет гигантских. И здесь четыре. Твою же маковку, не было печали. Ты представляешь, здесь два паука. Ну ладно, с двумя мы еще справимся. Но с четырьмя? Хм. Целители. Что делает наш целитель? Я, честно говоря, не особо увидел. Вот, они сразу начинают идти. Но у меня уже нету ульты. Нету. Этот, как она? Ультимейт или как? Фаталити у нас есть, да, одна штука. И одна летающая тарелка есть. С деньгами большие проблемы. Так, давай мы сюда переместим нашего двулика. Так, вот они три. Еще должно быть, по идее, еще один. Можно вот так сделать? Ага. Слушай, я надеюсь, не зря мы это применили с вами. Так, ускоримся. Потому что враг что-то не идет. Ага, вон еще появились. Тут тоже двое, да?
Тут тоже двое. Так, улучшаемся. Хороший паук, мертвый паук. Это мы уже слышали. Так, мы их оглушаем, да? Это хорошо, в принципе, друзья. Тут один паучок, тут два. Константин, наверное, нам придется с тобой вот сюда перейти. Нам надо помогать Двулику, иначе его здесь быстро расчекрыжат. С этим паучком, я надеюсь, мы все-таки здесь сможем справиться и сами. Ну, делай там ауру, броню, вызывай подмогу. Что ты умеешь делать, Константин, елки-палки. Применяй все свои скиллы. Так, пауки проходят. Паук проходит, друзья. Может быть, мы его вот так сможем как-нибудь похитить, я не знаю. Сможем или нет? Нет, мы его просто вжариваем молниями. Причем довольно неплохо он получает урон. Так, друидушка, ты готов? Вот, пандочка вышла у нас. Лучничек улучшается. Так, 230 монет нужно для того, чтобы улучшить ниндзю. Но я думаю, нам это не понадобится, потому что последний паук, и мы его сейчас накумарим, и этот уровень у нас будет пройден. Но с пауками действительно сложно драться, особенно когда вот этот паук прикрыт мелочью всякой. Но давайте расстреливать его уже, там осталось у него хп-то на расплюнуть. Все. Ух, напряженно, тут не поспоришь. Так, ну что, 3 звездочки, шикарно. А скоро у меня Двуликий получит уровень, и это круто. Так, шикарно. Броньку нам дали, да? Ну, бронька мне это на самом деле не нужна. Кстати, я кое-что забыл себе поставить в скиллах. Вот я дурень. Друзья мои, я только сейчас об этом вспомнил. Так, где у нас там? Это не шмотки, в героях что ли это делается? Нет. Так, подожди, а куда у нас там скиллы-то выставляются? В лагере, да, в лагере. Так, что у нас прокачано? Вот этот удар я прокачал до второй ступени. Рваные раны, которые медленно зарастают. Вот его мне нужно установить. И поставим мы, пожалуй, вместо вот этого. Да, вот так. Подожди, подожди. Я могу только сюда поставить. Так, а здесь у нас что? Жажда крови будоражит воинов. Они получают возможность восстановить немного сил прямо во время боя. Типа вампиризма, да? Это у нас защита от магии. Слушай, мне кажется, защита от магии нам пока не нужна. Вот так вот мы с вами сделаем, да? Лучше нам, как говорится, усиленную атаку иметь. Хотя защита от магии тоже не будет лишней, сами понимаете. Карт просто дофигища у меня всяких. Все это нужно прапывать. Ну, естественно, никак не получается. Так, ну что? Обалдеть. А, нет, это не для него костюмчик. О, даже... Нет, подожди, не сюда. Что у нас Ред может носить? Ага, вот для него шлем есть. У него также щит. Да? Вот этот вот, предположим. Так, топорик. Вот такой вот. И колечко. Подожди-ка, у него даже амулеты специальные есть. Слушай, подожди, мне нужно кому-то передать. Подожди-ка, у меня у Константина собачка была. А почему я ее не видел, чтобы она присутствовала во время боя? Странно. Так, что это у нас за амулеты? Железный человек бы позавидовал жизненной энергии, которую Ред получает с этим артефактом. То есть этот артефакт чисто для Реда. Вот оно что. Понятно, будем знать. Ну, я еще раз говорю, что пока его использовать не хочу, потому что это у нас просто боец ближнего боя. Так, ну что же, как видите, мы с вами вот сюда вот переместились. Мы вот сюда переместились. И что же нас тут будет поджидать? Неужели босс? Ну-ка, давай проверим. Шелковый путь. Здесь можно купить все. Гипножабу с острова чудес, особое зелье минотавров, мухоморы из волшебного леса и вкусные домашние печеньки с шоколадом. Как ни странно. А что ж тут странного? Я ничего странного не вижу. Слушай, по-моему, это еще не последний бой, судя по всему. Возьмем, наверное, мы с вами целителя. Все, хотел шамана, думал шамана, ну возьму целителя. Причем целителя я даже не апал, вы заметили, да? Как он у меня был первого уровня, так и остался. Послушай, мы тут можем так вечно бродить. Что ты предлагаешь? Вон опять те странные пауки-барыги. Допросим их, кто-то должен знать, где рыцари. Пауки-барыги.
Так, ненавижу пауков. Званый ужин. Броня. Рыцарь-паук, ваш дружелюбный сосед. Так, ненавижу пауков, говорю как эксперт, потому что умею их готовить. Офигеть. Слушай, а вот это что за рыцарь-паук? Мне это совсем не нравится. Рыцарь-паук. Слушай, нам всего лишь нужно одну дорожку с вами защищать, на которой мы с вами стоим. Хм. Странно. В чем прикол? В чем подвох? Подвох в том, что здесь очень близко у нас вот эта вот дорожка, да? Так, ну что же, давай выставим ниндзю. На перепутье, конечно же, как обычно, у нас будут подрывники. Две штуки, я думаю, будет достаточно. Так, давай-ка мы его одного вот сюда переместим. Второго вот сюда. Дальше что нам надо сделать? Денег дали немало. Денег дали немало, и это не зря. Вызовем сюда, наверное, друида. Думаю, что вот здесь вот тоже нужен один друид. И по ниндзи. По ниндзи с каждого выхода. Так, ты вообще-то не сюда пошел. Ты должен вон тут находиться. Здесь я своего ниндзю поставлю. Да что ты сюда-то идешь? Вон туда иди. Ну, вроде бы как и все пока. Пускай будет целитель. Поехали, друзья. Запускаю я, короче, волну. И смотрим. 7 волн здесь нас ожидает. Так, ну ниндзя начинает там потихоньку буянить, а мы с вами начинаем потихоньку улучшаться. Так. Ну, вот это вот самый, наверное, долгий путь, да? Извилистый такой вот. Но ниндзю, как вы видите, они очень быстро ушатали. Так, бомбардир прокачанный, где он у нас? Вот он, да, стоит? Надо было вот этого, наверное, мне прокачать все-таки в первую очередь. Так, давай-ка мы вот сюда их всех переместим. Двуликий с Константином. А, да, вон собачка, кстати, бегает. Только сейчас я ее увидел. Так, а эти пауки у нас, если не ошибаюсь, они травят. По-моему, так. Отравляющие пауки. Ладно. Что же, целитель, ты у нас делаешь? Я не вижу, чтобы ты излечил моих воинов. В чем тогда прикол? Давай поближе, может, поставим. Вот так. Слушай, ну с первой волной вроде бы мы как справились, да? Вот еще остальные паучки тут остались, и мы их уничтожили. Ну что же, призываем тогда следующую. Следующая волна, это вторая у нас. Ага, они пойдут сверху. Я не знаю, есть ли смысл туда нам перетаскивать наших бойцов. Давай вот сюда, наверное, поставим их на дорожку. Ага, прут, олухи. Наш ниндзя тут вообще, знаешь, как вата. Его просто быстренько расчекрыживают. И все, даже ничего не успевает сделать. Кстати, вот здесь бы нам не помешал друид. Вот что я... Хотя у меня здесь друид есть. Улучшим тогда. Улучшим этого друида и поставим его вот сюда, поближе. Вот так. Все, пускай он будет стоять здесь у нас. Так, сверху еще прут. Чебураторы, да? Ладно, друидик, давай, пропасть. Смотри, обожаю, когда бомбардир, вот наш подрывник, да, этот, бомбит в целую кучу. Сразу наносит колоссальный урон, очень много. И, соответственно, мы сразу получаем побольше денег. Только я не вижу, чтобы там деньги доставались. Так, 371 монетка уже. Так, пауки, вы не пройдете. Даже не думайте об этом. Следующие, короче, у нас паучки. Паучки. Ну, пока обычные пауки. Не будем сильно здесь расстраиваться. Я думаю, что справимся. Вызываем следующую волну. Или что, подожди, сейчас разберемся с этими. Чтобы не было, как говорится, нахлыста у нас. Все, вот теперь вызываем следующую волну. Так, мелкие паучки. И, слушай, либо нам бомбардира нашего прокачать, подрывника, либо же друида. Что там, что здесь, нужно очень много монет. Пока посмотрим. Идут со всех, как говорится, выходов. Вот только с этого еще никто не вышел. Так, где моя гаечка на месте стоит? Я ее специально поставил на безопасную вот эту вот землю, потому что она все равно драться не умеет, по-моему. Она чисто применяет свои магические способности. Так, что тут нам показали? Кто-то хочет пройти, что ли, или что?
Да нет, никто пока пройти не может. Мы их здесь, как видите, сминаем. Мы их сминаем. Так, подрывник 450, совсем чуть-чуть нам не хватает. Совсем чуть-чуть. Ох, подожди-ка. Этот, двулики, давай иди сюда. Смотри, что происходит. Они совсем, что ли, оборзели? Целитель. Ну, ты что-нибудь будешь делать, а? Наш юный целитель. Я прокачал, друзья. Смотри, как она прикольно выглядит сейчас. Такой костюмчик и с капюшоном, все дела. Давай-ка мы двулика вот сюда поставим. По идее, целитель, он должен лечить. А он лечит вроде бы, да, потихонечку, но лечит. Так, подрывник. Апаемся. И следующую, наверное, будем вызывать волну. Это, по идее, у нас третья, да? Четвертая волна, ожидаем противников. 10 сердечек у нас в данный момент. Я могу еще? Нет. Друзья, все, я целителя пропал по полной программе. Больше улучшать я его не могу. И это плохо. Так, а, ну это пока обычные пауки. Я уже думал, что это белые. Они чем-то похожи, только белые больше. И крест у них красный на спине. Ждем. Ждем подхода. Кстати, у нас здесь подрывник-то получается лучше прокачан, чем вот этот. Вот так вот. Жду, я на изготовке. Давай, подрывники. Бомбим, бросаем свои бомбы. Все, что у нас есть, все применяем. Не оставляем, как говорится, на потом ничего. Так. Здоровье у наших героев пока полненькое. Смотри, вот эти вот мелкие ханорики, да? Так и хотят Тихо. Да как вы можете пройти-то, я не могу понять. Нам что-то нужно сюда поставить. Давай друида поставим. Тут что-то как-то они чересчур здесь пробегают. О, пандочка появилась. Еще один большой плюс для нас. Я еще могу даже прапать. Вот так вот. Ух. Что тут у нас? Пауки? Это все обычные пауки. Ладно, вызываем волну. Пятая уже. И останется всего лишь две. Я вот думаю, после этих волн будет здесь босс или нет? Какой-то там бронированный паук. Помните, нам в записке показали? Ну, может быть, это, конечно, и просто так было сделано. Но, тем не менее. Так. Пекинес отстрелялся, свое убежал. Не, ну, ниндзя все-таки немножко сдерживает. Да, я не спорю, он, конечно, умирает быстро. Но в плане того, чтобы задержать какого-нибудь врага, он может. Вот единственное, мне непонятно все-таки способность нашего целителя. Он применяет какую-то магию, видите? Но как она влияет на врагов, я еще не могу понять. Так, прокачиваем друида. По-моему, это фулочка, да. Фул прокачка у друида в данный момент. Так, целитель у нас тоже прокачан по полной программе. И остается лишь вот этого целителя. Ой, целителя, друида нам прокачать, и все будет хорошо. О, две панды, шикарно. Так, 200 еще нужно, да? Чтобы по полной программе прокачать нашего друида. Ну, вся в основном драка происходит вот на этом, друзья, пятачке. Вы сами понимаете, они со всех щелей идут. У нас с вами всего лишь одна дорожка, да, которую мы должны защищать. Это вот это вот. И это круто. Нам не приходится свои, как говорится, силы разбрасывать по всей вот этой карте. Мы сконцентрировались с вами вот на этом пятачке. И все, и стоим, и, как говорится, держим оборону. Меня это вполне устраивает. Единственное, что я в этой суете не могу разобраться, кто что там делает. Вот серьезно говорю. Просто куча мала какая-то. Ну что такое? С кем мы там деремся там? С паучками с этими зелеными, что ли? Все. Я вызываю следующую волну, надо глянуть, кто здесь у нас. Оу, белый паук будет здесь уже. Белый паук, так что готовимся. Так, смогу я прапать? Могу. Все. Бомбардир у нас по полной прокачан. Вот остается только вот этого еще прапать, и все. Кстати, у меня ни одного стрелка нету. Вот что я сейчас только что заметил. Вообще ни одного. Надо вызвать. Ну, мы, в принципе, и без него справляемся сейчас. Неплохо, да?
Но все равно, пускай будет. Так, смотрим. Смотрим за деньгами. Как только копим 350, а, 325, сразу улучшаем подрывника. Я еще даже не использовал фаталити, кстати. У нас еще две тарелки и 4 суицидальных кролика, да? Скилл такой. Ну, улучшаем. Вот так. Все, подрывники у нас прокачаны по полной программе, как вы видите. Остается лишь вот этого друида прокачать. Погоди-ка, а это почему у нас... Слушай, а разве у нас нет... А, звездочка есть, он просто посохом закрыл, и я не увидел этого. Значит, я улучшаю... Подожди-ка, кого улучшить-то мне? Растерялся, даже не знаю, кого улучшать. Так, идет гигантский паук, вот он. Ну, я думаю, что с ним мы справимся. Здесь ему не пройти, это однозначно. И после... Подожди-ка, а откуда здесь? Ведь, по-моему, показали, что только тут. Смертоносный яд, недорого. Кричит этот паук. Такой самодовольный, да? А ну-ка, ниндзя, давай-ка, наяривай там. У него даже этот алтарь поменялся цветом. Здесь какой-то серый, а здесь белый. Так, они, смотрите-ка, все в одну кучу идут. В одну кучу это плохо. В одну кучу всей шарагой, да? Забрели. Что там происходит? Я не могу разобраться. Вы что-нибудь видите, друзья мои? Я пока ничего не вижу. Вот так, приблизим с вами, посмотрим. Так, ну я вижу, что у паука здоровье теряется. У этого, кстати, тоже. Мы можем с вами вот так, на всякий случай, сделать. Для подстраховки. Ага. Давай, наверное, еще вызовем вот так вот наших пришельцев, друзей, да? Чтобы они бомбили здесь потихоньку лазерами. Не лазерами, а молниями. Ну? Так. Ну, что у нас там происходит? Да не надо мне, зачем мне так близко-то? Как мне камеру-то? Друзья, я не могу камеру этот отодвинуть. Подожди, мне это не нужно. Ты прикинь, я не могу камеру дальше вернуть, отодвинуть. Да приближался, ё-моё. Так, кстати, смотрите, мы можем здесь прокачать ниндзю. Красным сделать его. И я думаю, что это нужно сделать, потому что... Потому что оттуда враг пойдет. Давай тогда так сделаем. Фул прокачка. Так, ждем. Это последняя волна, и ждем, соответственно, врагов. Сразу полетели ракеты. Оу! Немножко я ошибся. Принимаем к оплате вебкоинты. Вебкоинты он принимает. Так, подожди, у меня нет этих. Да, понял. Фаталити тоже пока не стоит делать, потому что вместо вот этих могут упасть мелкие. Ладно, улучшаем тогда нашего лучника. Слушай, смотри, как ниндзя там наяривает у нас. Там вообще мимо него никто не пройдет. Он просто хорош. Тих-тих. Пока все под... Блин, вот здесь, друзья, два паука еще вышло. Еще здесь два белых паука, гигантских этих, а? Вот теперь, наверное, можно... Нет, фаталити не буду пока применять. Ну, не хочу. Пока не стоит. Так, лучик у нас прокачан по полной программе. Так, что здесь нам остается? Здесь я ничего не могу больше прапать. Ну, кроме ниндзи. Смотрим. Так, а этот паук почему-то... А, ниндзя ему не дает. Ты прикинь, как долго он там с ним возюкается. Еще пауки ползут сверху. О-оу. Это не есть гуд, друзья. Это не есть гуд. Сверху еще два гигантских паука ползет. Но пока мы их сдерживаем, смотри. Они... Нет, они что-то то идут, то не идут. Не могу я разобраться, что они там... Химичат, а вот этот паук, наверное, может пройти сейчас. Да, пока мы тут в этой суете разбираемся. Давай-ка мы с вами вот так вот сделаем. Пускай помогут нам пришельцы, молниями будут бомбить. А жалко, они не могут этого паука просто-напросто похитить. Так было бы прикольно. Слушай, друид, а почему ты у меня стоишь? Давай, иди сюда. Вот, помогай.
теперь от тебя хоть есть какой-то толк. А то стоит там где-то, прохлаждается мне. Так, ниндзю вот этого я прокачиваю по фулочке. По фулочке же, да? Хотя он мне здесь уже и не нужен, потому что это последние твари, которые здесь идут на нас. И я намерен с ними разобраться. Так. Опа. На всякий случай. Просто люблю, когда все красиво. Ну, последний паук остается, да, у нас тут? Мы его и заморозили еще до кучи. Хе-хей. Последние удары, и он сейчас тут распластается. Ну давай, 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 давай. Отлично. Карты гномов. Тайны главного паука. Секретные базы ФБР. Это говорит паук нам. Вот кто нам нужен. Эй, восьмилапый, нам нужна информация. Говори, куда пошли рыцари. О, люди, я все вам расскажу за разумную плату. А мы оставим тебе целых 4 ноги, устроит? Господа, господа, давайте хотя бы 6. Сначала скажи, где рыцари. Они должны быть в главном логове. Я нарисую вам карту. А лично проводишь? А что в главном логове? Наш лидер, великий Паукин. Пахнет тяжелой битвой. Давно хотел побыть суперзлодеем, как Веном. Мечты сбываются, человек тапок. Человек тапок. Слушайте, ребята, ну что я вам могу сказать? Нас ожидает с вами, судя по всему, последний бой. Да? С Пауканычем, с этим. Но я думаю, что мы его, наверное, сделаем уже в следующей серии, чтобы вас, как говорится, не утомлять. Да не надо мне сейчас ничего такого. Давай просто дальше сиганем и все. Ух. Да, будет тяжелая битва, я так понимаю. Этот паукан, вот он, да? Самый главный. И тут почему-то портал открывается. Не знаю для чего, если больше здесь ничего нет. Хотя здесь, друзья мои, еще очень много тумана. И, возможно, пауки это не последние, кто у нас будет на пути. Так что пока рано радоваться. Ну, а на этом, пожалуй, я буду и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, друзья, скорых видосиков. Удачи вам!